Свобода – тяжелый груз и великое странное бремя для духа, чтобы взять его на себя. Это не так просто. Это не подарок, а сделанный вами выбор. Этот выбор может быть сложным. Дорога идет наверх к свету, но обремененный путешественник может никогда не дойти до конца. Человек приближается к недостижимой истине через череду ошибок. Беды приходят к нам не для того, чтобы заставлять нас расстраиваться, а чтобы мы становились рассудительными. Не для того, чтобы мы чувствовали себя виноватыми, а чтобы становились мудрыми. Вам приходится совершать неправильные поступки, независимо от того, чем вы занимаетесь. Это основное условие жизни – быть обязанным бороться с собственной личностью. В какой-то момент любому живому существу приходится это делать. Это изначально тень поражения творения. Это проклятие работы. Проклятие, которое питается всей жизнью повсюду во Вселенной. Самая серьезная ошибка, которую может совершить мыслящий человек, это верить, что одна особая версия истории является абсолютным фактом. История записывается умами наблюдателей. Никто из них не был беспристрастен. Это изменения, продолжающиеся изменения, неизбежные изменения. Это доминирующий фактор в современном обществе. Ни одно здравомыслящее решение не может быть принято более без принятия во внимание не только мира, какой он есть, но мира, какой он будет. Самая грустная сторона жизни в настоящее время состоит в том, что наука накапливает знания быстрее, чем наше общество набирается мудрости. Каждое поколение воображает, что оно умнее, чем то, которое было до него. И мудрее, чем то, что придет после него. Человек – неестественное животное, мятежное дитя природы, которое все больше восстает против жесткой раздражающей руки, которая его воспитывала. Не имеет значения, куда вы идете по чужой дороге до тех пор, пока вы не направите ее в свою сторону. Само понятие истины исчезает из этого мира, и ложь будет создавать историю. Одиночество и замкнутость – болезненные вещи, и они выше человеческих сил. Для маленьких существ, таких как мы, бескрайность можно выносить только через любовь. Blessed glorious Trinity, bones to philosophy, but milk to faith, which as wise serpents diversely, most slipperiness, yet most entanglings hath, as you distinguished undistinct, by power of love, knowledge be, give me such self-different instinct, of these let me elemented be, of power to love, to know you. Кто смеялся, мало кто плакал, большинство людей молчали. Я вспомнил строчку из индуистского писания Бхагавад-гита. Вишну пытается уговорить принца, что он должен исполнить свой долг. И чтобы произвести на него впечатление, он принимает свою многорукую форму и говорит: «Теперь я стал смертью, разрушителем миров».
Когда проводилось испытание ядерной бомбы Тринити, Роберт Оппенгеймер сказал, мы делали это раньше. Он говорил с информированной точки зрения. В древнем индуистском тексте Бхагавадгита имеется упоминание о железной молнии, заряженной светом тысячи солнц. В ней описывается лучевая болезнь. В ней описываются слоны, кричащие от боли и умирающие. В ней описываются тени, которые остаются в земле после взрыва. Все, с чем мы хорошо сейчас знакомы в ядерный век. Это же самая культура, которая описывала то, что кажется применением современного ядерного оружия, также описывала такие вещи, как антигравитационный корабль, летающий по воздуху беззвучно под названием «Вимана». Этот корабль может пройти прямо через гору, и они также использовали какое-то лучевое оружие. Там также есть похожие на людей существа большого роста, синие, как у Кришны, кожи и экстраординарными способностями. В дополнение к этому, там есть странные рептилоидные существа, называемые ракшасами, которые также имеют кодовое название змеи. И у этих существ, по-видимому, рептильная природа. Это даже доходит до того, что по сей день есть храмы в Индии, где изображены люди, имеющие название наги, с человекоподобным торсом, но ниже талии они буквально имеют тело змеи. Все это приобретает совершенно иной оттенок в нашем расследовании после того, как мы посмотрим на то, что фактические записи того, что мы сейчас знаем, как ядерный взрыв бомбы, прилежно записаны в этих индуистских писаниях. Таким образом, Оппенгеймер знал, что это оружие выпускает неистовство, не похожее ни на что, что мы видели раньше. До Хиросимы и Нагасаки ученые были рок-звездами. Томас Эдисон, Александр Грэм Белл, Маркони, Тесла. Это были рок-звезды. Это были люди, которые сделали нашу жизнь столь потрясающей из того примитивного состояния, в котором мы в сущности пребывали, когда для того, чтобы сохранить еду, нам нужно было иметь коробку со льдом, и когда буквально куски льда были покрыты опилками. Сейчас у нас есть электрические холодильники, у нас есть электрический свет, так что мы можем читать ночью. Свои мысли мы передавали по радио, потом с течением времени даже появилась возможность смотреть фильмы по телевизору. Это было потрясающе, люди могли пересекать всю страну по железной дороге. Все эти вещи, которые раньше никогда не случались, появились на свет. Частный автомобиль без необходимости иметь запряженных лошадей. А потом, внезапно, ядерный взрыв показал, что эта технология врезалась в кричащую кирпичную стену. Мы больше не могли верить тому, что наши игрушки являлись лишь инструментами для нашего просвещения. Технологии могут стать орудием нашего уничтожения. Взрыв ядерной бомбы в конечном итоге действует как маяк для ряда инопланетных рас поблизости. Импульс первичной энергии, что происходит при одном из таких взрывов, он посылает энергию, которая питается тканью пространства-времени. Все звезды, все планеты связаны с помощью электромагнитных нитей. Ученые называют эти связи космической паутиной. Они похожи на гигантскую паутину, охватывающую весь космос. Когда происходит ядерный взрыв, он посылает обратную связь через эту паутину. Это является проблемой, потому что инопланетяне не только общаются через эту паутину, но на самом деле они еще путешествуют по ней от звезды к звезде. Поэтому, когда они взорвали эти устройства, мы послали сигнал, говорящий, что мы не только достигли определенного уровня технического развития, но и что мы в духовном развитии совсем не продвинулись. Основные цитаты Оппенгеймера показали, что он не знал, какой будет эффект от взрыва ядерной бомбы. Когда проводилось испытание Тринити, они не знали, произойдет ли взрыв, не создаст ли это цепную реакцию, которая может уничтожить всю Землю. И все же они продолжили испытание, потому что верили, что это оружие было единственным способом положить конец Второй мировой войне, что таким образом цель оправдает средства. С тем, насколько сильно действующими и мощными те технологии могут быть, нам никогда нельзя надеяться, что сможем справиться с ними, если мы управляем ими из низшего уровня сознания. Когда вы поднимаете свое индивидуальное сознание, когда вы действительно прилагаете усилия стать более осознающим человеком, это дает зеркальный эффект для общества. Это закон соответствия как вверху, так и внизу.
Таким образом, когда вы становитесь более осознательным человеком, это заставляет само общество расти в сознании. И когда каждый из нас, все мы начинаем делать себя более осознающими, само общество становится более осознающим. Несколько инсайдеров с заслуживающим доверия военным и корпоративным опытом говорили, что инопланетный космический корабль появился над ядерными ракетными установками и полностью отключил их энергопитание. Сперва мне хотелось бы кратко описать произошедшее, то, что я описывал в марте 1967 года. В то время я был нашим лейтенантом ВВС США, прибывающим на авиабазе Мальстром, штат Монтана. Меня подготовили и назначили офицером по запуску ракет для межконтинентальной баллистической ракеты «Минутмен». У нас был операторный контроль над 10 ядерными ракетами. Вечером 24 марта 1967 года, пока командир отдыхал по расписанию, я получил первый из двух звонков. Первый звонок был о неопознанных световых объектах, летающих над нашей базой. Они нависли над ядерными шахтами, и то, что затем произошло, объяснить нельзя. Они не атаковали ядерные шахты. Все, что они сделали, они их отключили. Например, у капитана Роберта Салласа было 8 межбаллистических ракет с ядерным зарядом, и они все были отключены в быстрой последовательности. И это то, что имеет запасные системы тройного резервирования. Поэтому охранники наверху вытащили свое оружие, наставив его на светящуюся красным цветом тарелку над шахтой. И затем этот НЛО промчался 60 миль до другой базы и отключил у них ядерные ракеты. Такое случалось не раз. Это также произошло в Бен Уотерс, Великобритании. То, о чем большинство людей не слышали, пришло ко мне от двух инсайдеров Боба Дина и Пита Питерсона, когда они оба, независимо друг от друга, сказали мне, что в 1990 году все ядерные боеголовки в США и СССР были полностью расплавлены и потеряли радиоактивность, и что даже внутри самих ракет просто что-то трещало, и они даже больше не могли летать по прямой траектории. Как раз в это время внутри всех этих ядерных ракет боеголовки были в прямом смысле расплавлены. Мы также имеем появление этого удивительного творения на высохшем озере в Орегоне. В Национальной гвардии штата Айдахо имеется огромная тайна. Это наша главная новость сегодня. Во время обычного разведывательного полета над Орегоном наши самолеты F-4 засекли и сфотографировали огромный рукотворный орнамент пустыни, имеющий более 1000 футов поперечнике. Об этом уже все говорят. Я имею в виду, это просто что-то, что вас пугает. Как кто-то мог подобное сотворить? Это заняло бы невероятно много времени с применением больших возможностей и помимо времени, вероятно, больших денег. От точки к точке это ровно 11,5 градусов. Точно. Точно. И внешне между ними ровно 23 градуса. Ровно. Никаких изменений. Здесь есть еще кое-что загадочное, то, чего вы не видите. Вы не видите следов шин, следов, которые могут быть сделаны трактором или плугом. Ни следов от шин, ни следов ног. Из штата Айдахо я Уорден Кирш из NBC News. Реальность такова, что это то же самое, что делается с созданием кругов на полях, но в еще более впечатляющих масштабах. Этот знак был символическим заявлением от инопланетян. Мандала, помните, предполагаю, и символ космического разума, символ Творца, происхождения Вселенной, геометрической природы того, как все разворачивается. Итак, они передают нам послание, они показывают нам, что они не сомневаются, что мы остаемся на верном пути к тому позитивному будущему, которое нам предсказано в более чем 35 древних культов по всему миру. Леди и джентльмены, перед вами выступает президент Соединенных Штатов Америки. Добрый вечер, соотечественники и американцы. В наших правительственных структурах мы должны быть начеку, предотвращая необоснованное влияние, намеренное или ненамеренное, военно-промышленного комплекса. Потенциал опасного роста его неоправданной власти существует и будет существовать. Мы не должны никогда позволить этому союзу подвергнуть опасности наши свободы или демократические процессы. Нам не следует принимать что-либо на веру. Лишь бдительное информированное гражданское общество может настоять на разумном сочетании огромной промышленной и военной машины с нашими мирными методами и целями.
с тем, чтобы безопасность и свобода могли совместно процветать. Когда я думаю о речи Дуайта Эйзенхауэра и его прощальной речи о военно-промышленном комплексе, это поднимает много вопросов для меня. Меня завербовали покинуть планету в 2006 году, и, похоже, это связано с третьим альтернативным сценарием, который имеет отношение к созданию межпланетных колоний. О создании колонии на Марсе тогда было много разговоров. И когда мы слышим о предупреждении, подобном этому, но мы не слышим о настоящих альтернативах или повестках дня, или договорах между правительством и инопланетянами, и многие другие вещи, которые имели место. Что он хотел этим сказать? В военно-промышленном комплексе существует так много уровней, о которых мы начинаем узнавать только сейчас. Я много исследовал и копал очень глубоко, чтобы понять, что он имел в виду. Из того, что было многими раскрыто так называемыми осведомителями, опираясь на мой личный опыт в этом трудоустройстве на Марсе, мы узнали о существовании тайной космической программы, что это многоуровневое теневое правительство с множеством ответвлений. То, что произошло после Второй мировой войны и инфильтрация американского правительства, произошедшая вследствие осуществления проекта «Скрепка», проекта «МК-Ультра», имеющего столь много ответвлений, что это словно сказать «Хорошо, вот вам предупреждение о неоправданной власти, которая существует и будет существовать, если мы, американский народ, не начнем наделять себя властью». Это в основном то, что я извлекла из этого послания. Я ощущала большую гордость за многих членов моей семьи по поводу этой речи. Но я бы сказала, что я член семьи, которая, как я думаю, узнала о существовании нескольких уровней, которые не были доведены до моего внимания, когда я повзрослела, и которыми я теперь могу поделиться так или иначе. Существует разделение, АНБ кое-что подписало в 1947 году, и это приняло юридическую форму как закон о том, что вы не можете раскрыть существование таких вещей без серьезных последствий. И вот мы здесь, в этом особом окне, без клятв, подписанных многими из нас, и имея большую свободу слова и большие возможности пролить свет на все это. И вот почему эта речь действительно актуально, потому что она звучит правдиво на сегодняшний день. Это предупреждение есть то, что мы начинаем сейчас наконец раскрывать. Это началось еще в 1955 году при администрации Эйзенхауэра, которая была вынуждена принять что-то вроде капитуляции с нацистской группировкой, с которой она сотрудничала. Одним из свидетелей этого был бригадный генерал Стивен Лавкин. Он работал в команде Эйзенхауэра и знал, что тот утратил контроль над корпорациями и что они окажутся не в лучших руках. И вот, как только этот договор был подписан, Нельсон Рокфеллер реструктурировал все операции группы ЦРУ Majestic 12. Так что с этого момента законное правительство страны больше не было в курсе всех событий. Они также заменили всю группу Majestic 12, которая первоначально была создана президентом Труманом и Аланом Далласом как Majestic 1, и руководство деятельностью Majestic 12 на всех людей, которые сыграли важную роль в инфильтрации нацистами. Когда это случилось, все работы по восстановлению инопланетных кораблей методом обратной инженерии, проводимые на авиабазе Райт-Питерсон в Огайо, перенесли в зону 51 штата Невада. Тогда Эйзенхауэр понял, что он утратил контроль, поскольку когда он пытался разобраться в этом, ему было отказано в доступе. И здесь, знаете, генерал с пяти звездами очень разозлился, так что он стал угрожать ввести на территорию зоны 51 первую армию из Колорадо, пока они не дали разрешение двум агентам отправиться туда и доложить о том, что там происходит. И они обнаружили несколько кораблей, восстановленных с помощью метода обратной инженерии, и они были инопланетного и немецкого происхождения. Один из путей, которым нацисты получили свои продвинутые технологии перед Второй мировой войной, было использование ченнелера по имени Мария Урсич. Она принимала телепатические послания от инопланетян, которые предложили ей планы и схемы для создания антигравитационного корабля. Мария Урсич путем ченнелинга передавала эту информацию оккультному обществу в Рил в Германии. Эта информация позже была использована этими немецкими тайными обществами для создания многих своих кораблей. Они были больше ориентированы на качественное превосходство, чем на количественное.
Они были сфокусированы на иметь больше продвинутых технологий, чем танков и пехоты на Земле. Из-за этого они проигрывали наземную войну в Европе, но получали более продвинутые технологии. А чтобы сохранить эти технологии, они перевозили их в Антарктиду до и во время Второй мировой войны. В конце 1930-х годов экспедиционная группа нацистов направилась в Антарктиду и спустилась под лед. Там они нашли кое-что интересное. Они нашли территорию подо льдом, созданную геотермальным теплом вулканов. Купол общим объемом в 5 километров и более километра над уровнем Земли, свободный от растаявшего под воздействием геотермальных источников льда. Причем оставшийся лед действовал как изолятор, вызывая своего рода эффект эскимосских игл. При этом этот купол разрастался от тепла геотермальных источников, и талая вода устремлялась под лед, становясь как бы своеобразной смазкой для льда, заставляющей его перемещаться. И под этими пространствами они находили идеальные места для строительства баз подводных лодок. Таким образом, нацисты не только построили базы для подводных лодок, по мере того, как они развертывали все больше и больше свою космическую программу, они строили огромный космопорт. И когда этот космопорт был создан, нацисты передали его в основном американцам. А американцы начали проводить все больше исследований для создания баз в Антарктиде. В конце 1950-х годов был подписан договор, в котором говорилось, что Антарктида может использоваться только в мирных целях. Но мы в основном пребывали и рыли огромные ямы под льдом в различных регионах и создавали эти гигантские комплексы, во многом похожие, как я думаю, на проект под названием «Ледяной червь». Если вернуться в 1960-е годы, когда, например, в Гренландии корпус инженеров армии США строил базу межконтинентальных баллистических ракет, скрытую подо льдом. И это было очень сложно. Мне говорили, что они были очень похожи и по времени, и про способы строительства, настроения, которые они создавали по этой программе. Компании, которым был предоставлен доступ к этим исследовательским базам, начали разрабатывать то, что они называли ядерно-биолого-химическим тестированием, что для участвующих в программах обычно переводится как работа с клонами, работа с различными химическими соединениями для психологического и физиологического воздействия на развитие людей. Таким образом, очень много темных научных программ начали разрабатываться в Антарктиде, и это на самом деле продолжается и поныне. Одна из самых больших вещей, которые, как считают заговорщики, мы не должны знать, это существование этих исследовательских баз и все те ужасные преступления против человечества, которые происходят на этих исследовательских базах. 9 декабря 2015 года Вильям Томпкинс опубликовал свою грандиозную книгу «Выбранные инопланетянами». Я узнал о ней в начале 2016 года, но после того, как мы провели несколько совместных интервью, мы подружились и начали постоянно общаться между собой. История Вильяма Томпкинса довольно удивительна. Перед вами человек, которому исполнилось 93 года, и который начал свою военную карьеру в военно-морском флоте, сразу получил работу в строго засекреченной программе для правительства Соединенных Штатов на самом высоком уровне, где он лично нес ответственность за получение информации о 23 разных американских шпионов, внедренных в немецкую тайную космическую программу, которая, по-видимому, включала базы в Антарктиде. Один шпион ВМФ был отправлен в Германию. Это было что-то около 1939 года. Он не поверил в это, но существовали очень странные организации и различные исследовательские группы повсюду, не только в Германии, но и в оккупированных странах. И как ни странно, Германия начала создавать фантастические летательные аппараты. Они не имели крыльев,
У них не было оперения или хвоста, но имелись шасси. Некоторые из них были треугольной формы, некоторые были прямоугольной формы, некоторые были круглые, как блюдца. И таким образом он, являясь шпионом ВМФ, выяснил все об этих фантастических проектах, которые происходили на территории Германии. И вот важный момент. Вместо того, чтобы отправиться к своему шефу, когда он вернулся в США, он отправился прямо к министру военно-морского флота Форестеллу. Форестелл похлопал его по плечу и сказал: «Не выбирай никого из офицеров ВМФ для руководства этими оперативниками и агентами». Что? Ему сказали не выбирать никого, кто учился в Анаполисе, Академия ВМФ. Сейчас почти все служащие высшего состава ВМС с одной ли звездой на погонах или в звании лейтенант-командера, все они прошли через Академию в Анаполисе, где готовят офицеров ВМФ США. Тогда получается, что Форестелл заявил, что любая книга в библиотеках, любая книга в колледжах, любая книга в университетах, любая книга на этой планете есть дезинформация. Дезинформация. Итак, это то, что было начато рептилоидами-драконицами еще 6000 лет назад. Рептилоиды действительно взяли все под контроль, и им удалось начать манипулировать происходящим на планете приблизительно 6 или 7 тысяч лет назад. Действительно, у них имеются разные технологии для своей маскировки, чтобы находиться в одной с вами комнате и выглядеть как люди, но обычно они скрываются на подземных базах в разных местах земного шара, а также на огромной территории в Антарктиде. Там, в юго-восточном районе, находится большое количество подземных пещер, и в них необычно тепло, слишком тепло для людей вследствие геотермальных источников тепла. И это идеальное место для всех этих колоний, которые имеются у рептилоидов. Это в основном города. Огромные города с миллионами жителей. Итак, министр ВМС выбирает Рика Бота. Он даже не американец. Он прибыл сюда со своей семьей. Здесь он пошел в школу. Затем на втором году учебы в старшей школе он бросает ее и поступает на учебу в ВМФ как третьесортный, как простой моряк, и затем он поднимается по лестнице в ВМФ. Теперь он в ранге командора, понятно? И этого командора министр военно-морского флота выбрал в качестве руководителя всех этих агентов, чтобы вернуть их в Германию и выяснить, что там происходит. Потому что этого человека никогда не дезинформировали в отношении всех технических знаний на планете. Все, чему мы обучаемся в системах образования, контролируемых правительством, специально разработано для того, чтобы запрограммировать наш разум к уходу от истины. Физика неверна, медицина ошибочна, история ложь. Все, чему нас учат в учебниках, в основном ошибочно, и делается это намеренно. Поэтому мы не понимаем, как перемещать наше тело, как питать наши тела. Что на самом деле происходило в прошлом? На что способны технологии на самом деле сегодня? Все эти вещи, если бы мы узнали их, это помогло бы нам расширить наши возможности, помогло бы нам понять, что происходит на самом деле с нашей реальностью.
Если вы приедете в Сан-Диего и посмотрите на Северный остров, то увидите там высокое здание. В верхней части этого здания есть небольшой офис, который является секретным офисом адмирала. Там собираются оперативники. Помощник адмирала приходит ко мне в казарму, похлопывает меня по плечу и говорит только одно слово. Он здесь. Мы едем к этому дому, поднимаемся наверх, проходим конференц-зал, небольшую комнату. Адмирал Рико уже здесь. Я сижу здесь, и один из трех других моих шефов, и все они являются капитанами. Итак, сейчас у меня три капитана в качестве шефов, и теперь еще адмирал с двумя звездами. Он только что получил повышение в звании. Вау. Он только что вернулся из Локхида. Он только что вернулся из института Скрипса. Он только что вернулся из авиастроительной компании. Вау. Вот к нему подходят оперативники. Один оперативник сидит по другую сторону стола. Он раскрывает нам все эти фантастические вещи, которые происходят в Германии и в которых нет никакого смысла. У меня в группе 8 девушек и 3 докторов философии в качестве группы. Мы собрали в кучу то, что принес агент. Тут есть фотографии, среди них разная документация, но есть какая-то странная. Несколько листов имели надписи даже не на английском, немецком или каком-нибудь другом языке. Это были иероглифы, переданные инопланетянами. Вы видите все эти вещи. Вы слушаете это, вы понимаете, что делают немцы. Они не просто получили документы от инопланетян, они получили совершенно новые космические аппараты. Вот один из них, вот еще один, еще. Вот они их доставили. Вот вы внутри одного из них. Вот вам показывают, как управлять им. Поэтому они поместили меня в секретную лабораторию, которая занималась разработкой крыльев для ночных полетов, как у Нортроп. Понятно? Это всего лишь фюзеляж, без крыльев и без хвоста. Наполовину самолет, наполовину космический корабль. Это то, что Нортроп проектировал. Наши первые космические корабли — это переделанные субмарины ВМС США штурмового класса. Мы объединили программы, которые проделали весь путь через всю галактику, а не только через эту галактику. Военно-промышленный комплекс в прошлом, когда они тестировали много технологий, которые они получили от нацистов после Второй мировой войны, а также от инопланетян. Во время тестирующих испытаний они закрепляли эту технологию на обычной субмарине, а потом та покидала нашу атмосферу. Это было в первый раз, когда они действительно смогли управлять кораблем за пределами нашей атмосферы, используя электрогравитационные технологии. Причина, по которой они использовали подводную лодку, была, конечно, в том, что люди там жили в изоляции. Экипажи, которые на них служили, привыкли служить по 6 месяцев или больше вдали от дома, беря все свои запасы с собой. И психологически они готовы были проживать в таких стесненных условиях в течение столь долгого времени. Технология развилась до точки, где они пробовали финансирование, финансовые схемы для того, чтобы начать строительство флота из этих длинных сигарообразных кораблей. Некоторые из них были не меньше километра длиной, и они могли еще больше увеличить их длину, разбивая их на секции модульного типа, как на современных подводных лодках. Они могли отделять фюзеляж и выдвигать секции. Один из этих модулей мог быть установлен на 3 или 4 месяца в качестве лаборатории для кучи разных, знаете, научных программ. И затем в следующий раз в порту модули меняли, и вот уже этот корабль — госпиталь. А в следующий раз модули заменялись так, что это уже военный транспорт или просто дальнобойщик-транспортник. Таким образом, это модульные корабли.
И вначале использовали энергетические атомные системы. Затем они перешли на ториевый тип создания электричества. А потом они перешли на что-то вроде энергии нулевой точки, и это то, что они в настоящее время используют. Это совершенно нереально. То, что случилось тогда, в 1942 году на этой планете, инопланетяне приходят неизвестно откуда из галактики. Германия становится страной, которую эти рептилоиды драконийцы выбирают для исполнения миссий двух видов. Во-первых, убрать всех тех людей, которых Гитлер не хотел иметь в своей стране, ну и по всей планете. Во-вторых, взять всех мужчин, женщин и детей на этой планете и поместить их на фабрики для рабов, мужчин, женщин и детей, для создания и строительства всех этих разного рода боевых кораблей и драконейцев. Это может звучать как безумие, но так произошло. Он сделал вывод из того, что говорили ему инсайдеры, что немцы действительно заключили договор с крайне агрессивной и чрезвычайно негативной рептилоидно-гуманоидной расой, которую они называли сарианцами или драконианцами. По этому договору нацистам фактически предоставили работоспособную технологию, которую можно было построить нашими собственными обычными системами. Они использовали что-то вроде ртутной турбины двигателя на тип ртути, называем красная ртуть. И после этого они действительно оказались способны покинуть Землю. У них появилось поселение на Луне, у них появилось поселение на Марсе, они стали заниматься всеми этими вещами еще в 1939 году, еще до начала Второй мировой войны. Как вы можете себе представить, все думали, что он сумасшедший. Однако эти инсайдеры сообщали, причем вот они перед вами стоят с документами в руках об этом инопланетянных рептилиях, имеющих рост 2,5 метра и даже за 4 метра, ужасающего вида, жутко воняющих, и что они действительно дают консультации немцам, как построить все эти штуки на всех этих разных базах, в том числе на Антарктиде. Операция «Высокий прыжок» была операцией, начатой в 1947 году, ей руководил адмирал Ричард Бёрд, и для публики было сказано, что это была научная экспедиция, но почему тогда для проведения этой операции были нужны 33 корабля, 13 самолетов и 5000 человек? Это не было научной экспедицией с таким количеством людей и с таким количеством кораблей. На самом деле целью операции «Высокий прыжок» было войти в Антарктиду и полностью уничтожить нацистские поселения, которые они построили до и во время Второй мировой войны. Массовый полет летающих тарелок над Белым домом произошел последовательно в течение нескольких выходных в июле 1952 года в Вашингтоне. И их наблюдали массово прямо над зданием Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия. В небе было много огней. Сейчас многие люди считают, что это были внеземные НЛО или что был какой-то инцидент с инопланетянами. На самом деле это не так. Это были немецкие летающие тарелки немецкого производства. Их полет над зданием Капитолия был по существу ультиматумом, чтобы заставить американское правительство принять многих из этих нацистских ученых в свои структуры управления. Когда многие из этих нацистских ученых прибыли в Америку после Второй мировой войны в ходе операции «Скрепка», они проникли, по сути, во все силовые структуры правительства США, средства массовой информации, медицинскую систему, в общем, во все. После Второй мировой войны Джеймс Форрестал отправился в Германию, чтобы посетить многие исследовательские базы, которые были у немцев в Европе. И Джон Кеннеди действительно сопровождал его в этих поездках. Некоторые считают, что Кеннеди действительно узнал информацию от Форрестала о тайных космических программах и феномене НЛО. Ближе к концу карьеры Джеймса Форрестала он также был вовлечен во многие политические схватки в правительстве Соединенных Штатов. Он хотел раскрыть феномен НЛО и технологии, связанные с этим. Было сообщение, что он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна высокоэтажной больницы, в которой он пребывал на тот момент. Конечно, многие люди также верят, что его на самом деле выбросили из окна, по сути убили, чтобы помешать ему в деле раскрытия технологий о проекте НЛО.
У них был очень проблемный Эйзенхауэр, который передал факел эстафеты Кеннеди своей знаменитой последней речью. Мы должны быть начеку, предотвращая необоснованное влияние, намеренное или ненамеренное, военно-промышленного комплекса, и что только бдительно информированное гражданское общество может защитить наши будущие гражданские свободы и независимость. Кеннеди имел большой опыт работы в управлении военно-морской разведки, и документы показали, что он был в курсе всего, с самого начала всех операций, происходящих с 1942 года. Кеннеди назначил Алана Далласа директором ЦРУ. Узнав о той гнусной деятельности, которую проводил Алан Даллас, в конце концов он уволил его, заменив Джоном Маккоуном. И поскольку Кеннеди пытался разобраться в этой деятельности, Алан Даллас написал директиву об убийстве, что раскрыто в том, что было названо сожженным меморандумом. Одна из записок Джеймса Хесуса Англтона, которую они пытались уничтожить, но одному из оперативников разведки удалось ее выкрасть. По сути, там говорилось, что «Лансер» — это кодовое слово для Джона Кеннеди. Влезает в нашу деятельность, этого мы допустить не можем. Они работали с группой, которая заключила договор в 1955 году. Итак, когда Кеннеди отправил сверхсекретный документ директору ЦРУ, чтобы тот занялся изучением дел группы Majestic 12 и операции ЦРУ с инопланетянами, его заставили замолчать, убив 10 дней спустя. Прошли годы. Кстати говоря, комиссия Уоррена, вы помните знаменитую речь Кеннеди о проникшем повсюду монолитном и безжалостном заговоре и об опасностях секретности и тайных обществ? По иронии судьбы, комиссия Уоррена, где, помните, был сделан вывод, что у нас есть стрелок, который сделал это, она полностью состояла из масонов 33 градуса. А потом ЦРУ выпустила меморандум для своих оперативников, чтобы они пользовались выражением «теория заговора». Для любого человека, задающего неудобные вопросы, и это используется сегодня в качестве обычного приема для дискредитации людей, которые ставят под сомнение существующее положение вещей. Ближе всего к публичному раскрытию технологий и существованию пришельцев мы подошли на самом деле в 1962-1963 годах. Мне говорили, и я этим источникам доверяю, что президент Кеннеди действительно намеревался сделать несколько заявлений, и среди прочего он собирался предпринять решительные шаги против некоторых из этих тайных обществ, которые управляли планетой. Поэтому они постарались через ЦРУ избавиться от него. Когда его устранили, так показательно, публично, заговорщики пришли к власти очень наглядным образом. До этого момента они достаточно скрытно контролировали вещи, но с тех пор они открыто стали определять судьбу Соединенных Штатов. Само понятие «секретность» противоречит свободному и открытому обществу. Мы по своей природе исторически народ, противостоявший секретным обществам, тайным орденам и закрытым собраниям. Мы давно решили, что опасности чрезмерного и необоснованного сокрытия существенных фактов далеко превышают опасности, которые приводятся в оправдание этого. Даже в наши дни не имеет большого смысла противостоять угрозе закрытого общества путем имитирования его необоснованных ограничений. Существует очень большая опасность, что заявления о необходимости повышения мер безопасности будут использованы теми, кто стремится расширить это толкование до самых границ официальной цензуры и сокрытия. И я буду противостоять этим попыткам, пока это будет в моих силах. Вы оба состояли членами тайного общества «Череп и кости». Это секрет, мы не можем об этом говорить. Но что это значит для Америки? Ведь теоретики заговора сойдут с ума. Я уверен, так и будет. Я не знаю, я никогда не входил в интернет. А номер 322? Вы учились в колледже с Бушем и были в одном тайном обществе? Все в порядке. Позвольте мне ответить на его вопрос. Простите, за что вы меня арестовываете? Эй, кто-нибудь это видит?
Ельскому университету в этом году 300 лет. Если вы посетите его кампус, то увидите, что в нем по-прежнему имеется здание экзотических клубов, которые напоминают гробницы, и в них встречаются легендарные тайные ельские общества. Видеозапись дает поверхностное представление о том, что кажется ритуалами посвящения тайного общества, которое проводится с 1832 года. Его члены становятся лидерами Уолл-стрит и Белого дома, Сената и Верховного суда. Они говорят, что то, что вы здесь видите, это посвящение так называемых неофитов, где их заставляют целовать череп. Затем участники инсценируют убийство. Тем не менее, Розенбаум говорит, что эта запись очень ценна, как крайне редкий взгляд на тайное общество, где готовили правящий класс Америки, поколение за поколением. Это Дэн Харрис, NBC News, Нью-Йорк. Мы видим останки людей с удлиненными черепами по всему миру. Когда вы смотрите на Египет, существует бесчисленное множество изображений фараонов с этими странными удлиненными черепами, включая Эхнатона, Нефертити и их дочь Меритатен. В случае с Меритатен существует множество гранитных бюстов на изваяниях, которых, как вы можете видеть, у нее явно отсутствуют волосы, зато присутствует этот странно вытянутый череп. Помните, что это культура, которая, видимо, строила пирамиды в то время, когда эти скульптуры были сделаны. Люди с удлиненными черепами, похоже, держали свое происхождение в секрете и скрывались в египетском жречестве. Но потом вспомните, Египет ослаб и был завоеван Римом. То, что произошло тогда, когда туда пришли римляне, они заключили тайное соглашение с этими людьми египетского жречества, с теми, кто по-прежнему имел удлиненные черепа, и они создали для них спасительную гавань в Ватикане. Александрийская библиотека сгорела, но это было просто событием под фальшивым флагом, когда сожгли лишь налоговые книги и записи по переписи населения. Они забрали все стоящие материалы. Это включало книги, написанные еще до времени их прихода на Землю, и перенесли их в библиотеку Ватикана. Затем вы отправляетесь на другую сторону Атлантического океана, и снова у вас есть культура, строящая пирамиды в Центральной Америке, изображающая в своих надписях людей с удлиненными черепами. В отличие от Египта, в случае с Мезоамерикой, сейчас у нас есть дополнительное преимущество в том, что имеется несколько удлиненных черепов, выкопанных и не подвергшихся цензуре, и на самом деле выставленных в музеях таких странах, как Боливия. У нас есть исследователь Брин Ферстер, который приводит новые примеры удлиненных черепов. И они проходят генетическое тестирование, они анализируются, и у них есть четкие физиологические различия черепов, которые имеем все мы. И у этих людей очень большие мозги. Журнал Discover в 2009 году опубликовал статью под названием «Что случилось с гоминидами, которые умнее нас?». И он описывает, как в начале 20 века удлиненные черепа были найдены в Баскопе, Южная Африка, таким образом принеся им название «баскопские черепа». И это были церемониальные погребения, видимо, этих людей почитали в их обществе. Но статья утверждает, что объем их мозга почти в два раза больше, чем наш. И значит, обычный представитель их общества имел бы показатель IQ 150, причем у некоторых IQ мог бы достигать 300. Также эти странные удлиненные черепа были найдены на раскопках в Сибири в городе Омске, и люди, которые их выкопали, были так напуганы, что многие из них на самом деле начали плакать и бросили раскопки, отказавшись возвращаться к ним. Кроме того, мы видим в случае монгольских завоевателей, что были сообщения о странных удлиненных черепах среди них. И совсем недавно, даже в Европе, мы обнаружили могилы родовой знати, богатых людей, сохранивших свою родословную, например, во Франции, и они также имеют эту странную удлиненную особенность черепа. Это было до тех пор, пока инсайдеры не начали говорить со мной, и я подумал о том, что в Ватикане вы можете увидеть людей, носящих ермолки, и эти ермолки очень хорошо могли бы скрывать удлиненные черепа. Эти люди с удлиненными черепами имели так же лица, как у нас, и ермолка скрывала бы то единственное отличие, говорящее о том, что они другие. Мои исследования также выявили информацию об итальянской дворянской семье 14 века, известной как клан Десте.
И клан Десте имел очень тесные связи с Ватиканом. Что такого странного, когда смотришь на картину, изображающую принца Лионелла Десте, и то ли его сестру, то ли жену, ученые пока не знают, они обычно называют ее принцесса Десте. И у них у обоих причудливо удлиненные черепа на этой картине. История становится еще интереснее при изучении родословной потомков клана Десте. И в этой родословной, которую они оставили, вы после поисков находите, что английский король Георг I, начавший свое правление в 1714 году, был прямым потомком рода этих людей, у которых, очевидно, были удлиненные черепа в 15 веке. И потом вы обнаруживаете, что множество ранних британских консортов, подразумевавших родовую знать, также были прямыми потомками клана Десте. Затем это становится еще более вопиющим, когда вы обнаруживаете, что королевские семьи Норвегии, Швеции, Испании и Дании – все потомки того же клана Десте с вытянутыми черепами. И не будем забывать, что совсем недавно мы нашли королевские гробницы во Франции и других странах в Европе, в которых знать, опять же, имела эти удлиненные черепа. И если вы думаете, это просто божественное право королей европейской знати, то вы ошибаетесь. В 1988 году в статье New York Times прослеживается полная родословная 13 американских президентов из 40 на тот момент, и показывающие их прямые родственные связи с европейским дворянством. В 2012 году 12-летняя девочка по имени Бриджит Анна Доминьон практически проделала гораздо более сложное генеалогическое исследование всех президентов США, используя возможности интернета и компьютера. В нашем школьном обозрении сегодня вечером история семиклассницы из Салинаса, которая утверждает, что сделала большое открытие в отношении президента Обамы. Она и ее дед говорят, что президент Обама связан родственно со всеми американскими президентами, кроме одного. И она обнаружила, что у 42 из 43 президентов США есть общий предок – английский король Иоанн I. И это не просто какой-то забытый всеми король. Это тот, который в действительности создал Великую Хартию Вольностей, ставшую определяющим элементом и превратившуюся в британскую конституцию. Авиньон говорит, что она провела бесчисленные часы в интернете летом, исследуя родословную наших президентов. Проект, который начинался с того, что она пыталась отследить свое семейное дерево. Ну, я первый историк, который занимается всеми президентами. Итак, это почти все президенты США, которые у нас когда-либо были. Суть в том, что эти люди отслеживают свою родословную, и они следят за тем, чтобы их люди получили назначение на наивысшие руководящие должности и посты влияния во всем мире, включая Соединенные Штаты Америки. В тайных обществах могут быть как хорошие, так и плохие люди, белые и черные шляпы. Таким образом, многие из этих тайных обществ, конечно, занимаются очень темными практиками. Но есть тайные общества, которые скрывают знания, информацию и технологии, чтобы это не попало в руки глубинного государства или черных шляп, или людей, которые могут нанести вред обществу с помощью этих технологий. Некоторые из, как мне кажется, членов очень известных элит, имена которых я не буду упоминать, но они приходят на память всем, кто будет смотреть это видео, принимают активное участие не только в некоторых сторонах работорговли, но также сотрудничают с инопланетянами и имеют дело с организованной преступностью здесь, на Земле, и тем, как это связано с этой программой. Я расскажу вам, директор Дич, как бывший детектив полиции Лос-Анджелеса отдела по делам с наркотиками, что ЦРУ давно занимается продажей наркотиков по всей стране. Директор Дич, я назову вам три особые операции вашего управления, известные как Амадей, Пегас и Сторожевая башня. У меня есть документы по Сторожевой башне, сильно отредактированные агентством. Я лично участвовал в операциях ЦРУ и был завербован сотрудниками ЦРУ в конце 70-х для принятия участия в защите операции агентства по распространению наркотиков в этой стране. Для протокола меня зовут Майк Руперт. Я стал говорить об этом еще 18 лет назад. В меня стреляли, из-за этого меня выгнали из полиции. За мной была безостановочная слежка в течение этих 18 лет. Я буду рад предоставить вам, конгрессмены, все, что у меня есть. Многие из этих элит управляют многими финансовыми махинациями, схемами по сбыту наркотиков, чтобы собирать деньги для своих секретных программ,
которые они проводят, и они в полной мере пользуются этим доступом. Они, вероятно, больше не стареют. Однопроцентники, вы не знаете, кто они, вы даже не знаете, как они выглядят, вы даже не знаете их имен. Они могут спуститься и совершать покупки рядом с вами в супермаркете, а вы даже не заметите этого. Таким образом, они могли бы не стареть, и вы бы об этом даже не узнали. Они никогда не болеют. Их дети рождаются сверхумными, сверхсильными. Просто качество жизни улучшилось во всех направлениях. Я уверен, что однопроцентники наслаждаются этим, в то время как остальные умирают от болезней и прочих бед. Они ходят вокруг, знаете, с красивыми телами. Таким образом, это просто область медицины. Теперь подумайте о других вещах, транспорте, единой системе обмена сообщениями, машинах, на которых они ездят, охране дома, все такое. Просто знаете, это подобно тому, как кто-то из современного города посмотрел бы на человека в пещере. Мы эти люди в пещере. И то, что часто с каждым из них происходит, это то, что члены элиты доживают до очень старого преклонного возраста. И либо они пожелают и умрут, либо же они инсценируют смерть в какой-то катастрофе для общественности. На самом же деле их забирают, и в зависимости от своего уровня, они либо подвергаются возрастной регрессии, либо их сознание в основном закачивается в клон, который будет их точной копией. Затем они исчезают из взгляда общественности навсегда. И либо уходят в эти программы, либо же отправляются на пенсию. И это то, что часто всплывает в этих программах. И каждый, кто служил глубоко, знает, что у элиты есть доступ к этому. И многие из них, если захотят, никогда не умрут. Что из себя представляет глубинное государство или заговорщики, или новый мировой порядок? Это небольшая группа очень могущественных, но очень психопатичных людей, которые заработали много денег, приобрели много технологий и много информации на протяжении веков. Определенно, ваши политики — это далеко не молодые люди, те, кто сидят в креслах руководителей и распоряжаются властью. Однопроцентники и председатели совета директоров. Это все те люди, вот кто они. Это те, чьи имена мы никогда не знаем. Мы не знаем их лиц, это те, в чьих руках вся власть. Чем больше вы становитесь вовлеченным в изучение этих обществ, чем глубже вы погружаетесь в них, тем больше вы ставите под угрозу свою жизнь. Вы начинаете узнавать все больше и больше тайных учений. Вам приходится очень много работать ради этих знаний. Это может занять годы. Вы продолжаете получать доступ к более высоким уровням ранга, и они продолжают бросать эти маленькие зернышки, когда вы идете дальше. Зернышки, которые начинают произрастать в вашем сознании, чтобы вы стали думать по-другому. В конечном счете, если вы зайдете достаточно далеко по этой дороге, вас пригласят к участию в таких вещах, как педофилия или человеческие жертвоприношения. Если вы это не сделаете, они могут даже вас убить. После того, как вы примете участие в этих мероприятиях, нравятся вам они или нет, у них отныне будут рычаги, которые они смогут использовать против вас. Если вы осмеливаетесь выступить против этой группы, у них имеются фотографии, у них имеются видео, которые могут разрушить вашу жизнь. Эти люди в основном люцифериане. И здесь вы можете сказать: религия — это сказка, Бога не существует, ничего из этого нереально. Но для этих людей это и есть правда и реальность. И они служат чему-то нематериальному, тому, что они называют Люцифером. И я также был в контакте с этими кругами. И я просто смеялся над этим. Для меня это просто клиенты психушки. Так что я отправлялся в место, называемое церковью сатаны. Мы говорим о сатанизме? Да. И я, как простой посетитель, меня пустили. И затем они начали свою священную мессу с обнаженными женщинами, омовениями и прочей чепухой. Меня это только забавляло. Я не верил во всю эту чепуху. Это было очень далеко от убеждения, что все это реально. Для вас это был спектакль? Да, по моему мнению, тьма и зло — это внутри самих людей. Я еще не одобрял эту связь. Итак, я был гостем в этих кругах, и мне забавно было видеть всех этих обнаженных женщин и все прочее. Это была хорошая жизнь.
Но потом, в какой-то момент меня пригласили, и вот почему я рассказываю вам об этом, участвовать в жертвоприношениях за границей. Это стало поворотным моментом. Дети вас просили это сделать? Да, и я не мог это сделать. Причина, по которой эти элиты, темное оккультное общество, совершают жертвоприношения и торгуют детьми, в первую очередь заключена в энергии, связанной с этим. Итак, когда человек находится в состоянии страха и в процессе травмирования, он излучает энергию, и эта энергия может быть забрана, по сути, негативными земными существами, негативными архонтами. И они питаются за счет этого. Они буквально питаются этим энергетическим освобождением страха и травмирования. Когда эти темные группы используют детей, ведь ребенок еще не запрограммирован ментально так, как взрослый. Они гораздо более невинны. Они гораздо более связаны со своим высшим «я» или со своей божественной сутью, если хотите. Травмирование, которое они наносят, гораздо сильнее, чем у взрослых. Во время этих ритуальных практик, в которых участвует элита, одно из химических веществ, которое выделяется в детском организме во время пыток, во время травмирования, это вещество, называемое адренохром. Оно выделяется надпочечниками во время применения сильного травмирования. И этот адренохром действует, по сути, как наркотик. Эти тайны общества, составляющие глубинное государство, вовсе не новые. Им на самом деле тысячи и тысячи лет. И они всегда скрывали эту информацию для себя. Мы должны понимать, что на самом деле означает оккультизм. Оккультед просто означает на латыни «скрытый». Это не обязательно означает «хорошо» или «плохо». Это просто означает «скрытый». Итак, эти тайные группы обществ скрывали тайно и оккультно эту информацию в течение тысяч и тысяч лет. Они держали ее для себя. И они не делились этим ни с кем, кто не входил в их внутренний круг. Тайное общество — это скорее фасадная организация, которую они используют для вербовки людей. И они будут постепенно, с течением времени, узнавать, как много в вас жестокости и кровожадности. И только когда вы углубляетесь все дальше и дальше в это, вы становитесь их собратьями в этом братстве. Вы становитесь все более и более вовлеченными в их дела. Вы погружаетесь все глубже и глубже в то, чем потом они смогут ударить вам очень тяжелыми доказательствами. Пока мы не сможем противостоять, как общество, всем этим вещам, которые происходят на самом деле, и за которые централизованная управляющая группа ответственна, мы будем обречены, чтобы эти люди продолжали контролировать нас. Если мы не научимся тому, как уважать друг друга, мы никогда не добьемся никакого прогресса. Нам нужно учиться у движения «я тоже» и понимать, что существует коррупция, существует изнасилование, существует педофилия, существует торговля детьми, существуют человеческие жертвоприношения, существует каннибализм. И все эти вещи происходят, потому что существует скрытая элита, которая на самом деле использует эти действия как часть своего религиозного таинства. На самом деле не имеет значения, верите вы в это или нет, существование этих людей. Суть в том, что они на самом деле постоянно себя рекламируют. Они делают это в фильмах. Существует целый ряд символов, которые вы можете найти в их фильмах, если начнете искать. Это показывает их влияние. Они делают это в видеоиграх, они делают это в телевизионных шоу, они делают это в музыкальных клипах, как маньяки. Они делают это на церемониях награждения. И это всегда у вас под самым носом. Сейчас самое время для нас вытащить наши головы из песка и понять, что даже если эти вещи кажутся нам немыслимыми, сегодня есть люди, которые активно занимаются этим. Доказательств этому бесчисленное множество. И на самом деле это сводится к тому, что люди не хотят видеть доказательства, потому что это слишком расстраивающе. Занятые проблемами текущего момента, мы часто забываем о том, что объединяет всех представителей человечества. Возможно, для осознания этой связи необходима некая внешняя угроза для всех.
Иногда я думаю о том, как быстро исчезли бы все разногласия между нами, если бы мы столкнулись с угрозой, исходящей от пришельцев из иного мира. И я сейчас спрашиваю тебя, а разве они уже не среди нас? Программа «Солнечный хранитель» начала свою активную деятельность в 1985-81 годах. Она финансировалась в основном SDI через президента Рейгана, хотя эти деньги переводились и на другие программы. Программа «Солнечный хранитель» разрабатывалась сделать именно то, о чем говорит ее имя – защита нашей Солнечной системы. Теперь нам это удалось. У нас была технология по предотвращению появления этих незваных гостей, инопланетных рас в нашей Солнечной системе, которые хватали наших людей и тут же скрывались. Отныне мы могли останавливать их. Итак, программа «Солнечный хранитель» была развернута, и она начала выполнять свою работу по защите Солнечной системы. Одновременно у нас был межпланетный корпоративный конгломерат НКК, который состоит из всех этих корпораций оборонно-промышленного комплекса. У нас есть все эти программы, которые развивают технологию в одно и в то же время и разрабатывают гораздо более продвинутые технологии, чем есть у обычного населения. Настолько продвинутые, что на самом деле существуют расы, которые прибывают сюда, чтобы покупать наши технологии. Кори Гуд — единственный найденный мной инсайдер, чье свидетельство связывает все эти различные нити вместе. Я услышал, что у Кори есть знания о чем-то таком, о чем все другие инсайдеры лишь упоминали мне раньше. Но никто из них не говорил о подобных вещах прежде. И эти сведения были очень захватывающими, потому что я не выкладывал ничего подобного в интернете. Эта информация носила личный характер. Там говорилось о вещах, которые я слушал в ходе долгих разговоров, которые могли продолжаться много десятков часов, и которые подытожили 20 лет моих прошлых исследований. Думаю, они отбирали детей для этих программ Мелап несколькими разными способами. Они должны были проводить с ними анкетирование, они определенно использовали стандартизированное тестирование и несколько других способов, чтобы определить, есть ли у детей способности или таланты, которые им были нужны. Затем они проверяли их семьи. Они предпочитали детей из неблагополучных семей или из домов, где процветали ссоры, потому что это были дети, которые привыкли к порке и стрессовой обстановке, и где родители не всегда были такими внимательными, как другие родители. Поэтому такие дети могли справиться с гораздо более большим стрессом, и их родители не были способны замечать определенное поведение у своих детей. Ну, я предположу, как бы вы сказали, обычный день, если сейчас описать обычный день из жизни ребенка в программе MILAB. Твои родители подбрасывают тебя до школы, как и в любой другой день, кроме того дня, когда тебя ставили в сторону и говорили, что ты отправляешься на экскурсию. Ты учился в специальном классе или учебном классе ускоренного обучения, ты особенный. Тебя забирали с кампуса, чтобы ты отправился посмотреть на динозавров. И так тебя забирали, сажали в фургон. Обычно за рулем находился человек с лицом, как у военного. Иногда он был одет в униформу. Затем нас везли чуть более часа на базу ВВС Карсвелл. Машина припарковалась в ангаре, который был автопарком, и мы шли к задней части, где был лифт. Лифт спускался довольно глубоко. И когда мы выходили из него, нас ожидало под землей окружение времен Холодной войны. Что-то вроде бункера. Нас подводили к другому ряду лифтов, на которых мы спускались туда, где нас ждали подземные вагончики. Это были шаттлы, которые перемещались со скоростью более 500 миль в час и доставляли нас в любую точку земного шара. Когда нас отправляли в одно из этих мест, на одном из таких шаттлов, у нас оставалось на обучение иногда из-за времени в пути только на 45 минут, иногда на 2-3 часа. Потом мы возвращались. Нас допрашивали, и нам вкалывали химию с помощью инъекций, и нас сажали в кресло перед киноэкраном, и в основном гипнотизировали, чтобы вогнать в память происходящее на экране о поездке в музей, о воспоминаниях о костях динозавров. Затем нас сажали в тот же самый фургон, который отвозил нас обратно в школу, нас выпускали, наши родители забирали нас домой.
И мы рассказывали им все о своей поездке в музей динозавров. МК Ультра была программа, созданная ЦРУ в 1950-60-х годах. И в самой МК Ультра они экспериментировали с контролем над разумом, основанным на травмировании, осуществляемом с помощью электрошоковой терапии, психотропных препаратов, даже гипнотической прогрессии и многих других методов, чтобы понять, как управлять и программировать людей. Имелось на базах происходило программирование на военных базах США, потому что они не хотели иметь никакого вмешательства, когда у них кто-то был на военной базе, и происходило много программирования на военных базах. Я хотел бы поговорить о том факте, что на военных базах также проводятся разные ритуалы, и эти ритуалы не являются прикрытием чего-то. Люди, которые занимаются контролем над разумом, и ритуалы есть звенья одной цепи. Например, сотрудники военно-морской разведки и люди, работающие в военно-морской разведке, обычно очень связаны с Ordo Templi Orientis. И это не значит, что все люди в военно-морской разведке вовлечены в это. Но военно-морская разведка несет ответственность за большую часть наблюдения за ритуальной деятельностью в этой стране. И они ответственны за многое из того, что происходит. Имеются и другие организации, другие агентства, которые в это вовлечены. Но морская разведка связана крайне сильно на этом. Нас доставили на какой-то объект в пустыне Невада, и долгое время я думала, что это зона 51. Но имелась также еще одна подземная база в Танопе, так что это была либо зона 51, либо база в Танопе. Меня доставили в место вроде медицинского диспансера и усадили в комнате ожидания с выключенным светом. Все, что они делали, казалось, чтобы стирать воспоминания или гарантировать, что если кто-нибудь вспомнит что-нибудь, находясь в комнате с выключенным светом, то он не смог бы четко видеть людей и тому подобные вещи. Мне дали фирменную одежду на эту ночь без знаков воинских различий, никаких бирок с названиями или опознавательными знаками какого-либо рода. И мне было запрещено разговаривать с другими людьми, с которыми я там встречалась, помимо того, что было необходимо для проведения тестирования. Обстановка, в которую нас поместили, была очень изолирующей и очень пугающей. Очень пугающей на самом деле. Итак, мы добрались до этой базы и сидели в комнате ожидания с выключенным светом. Я все еще вижу это очень ясно и могла бы нарисовать картину. Один за другим кому-то из нас приходилось проходить на другую сторону этой маленькой комнаты. И, наконец, назвали мое имя, и я вошла в комнату. Это была маленькая комната, там был охранник в камуфляжной форме и оружием на изготовке. Он стоял на парадном входе. И мне сказали лечь на стол из нержавеющей стали. Он выглядел старым, как будто был изготовлен в 40-х-50-х годах. Я легла полностью одетая, не пришлось ничего снимать с себя. Я ждала очень долго, охранник просто наблюдал за мной. Наконец вошел какой-то парень в белом халате через ту же дверь, через которую я вошла в эту комнату, и он сказал: «Сохраняй спокойствие» три раза этим невозмутимым монотонным голосом. И прошел мимо охранника к правой части стола, встал по правую сторону от моей головы, а потом... Он вытащил шприц, скрытый в рукаве халата, и сделал укол мне в шею вот здесь. И что бы это ни было, вещество попало мне прямо в мозг. Так что я была в шоке от того, что эта инъекция делала со мной, потому что она попала мне прямо в мозг. И меня охватило что-то вроде шока. Внезапно появилось два парня по обе стороны стола, подняли меня за руки и, спустив со стола, потащили к двери, за которой оказалась длинная лестница вниз. По какой-то причине я помню это, как один долгий спуск вниз,
без смен пролетов в противоположную сторону, как на многих лестницах. Это было просто прямым спуском вниз. Они наполовину несли меня, наполовину тащили вниз по лестнице, и в самом низу лестницы находилась маленькая комната, в ней одностороннее зеркало, и поскольку последствия этого укола в этой комнате стали сказываться, я почувствовала, что... Я описывала это так много раз на протяжении многих лет. Это было похоже на ощущение, словно ваше тело превратилось в шипучую газировку или пену пива. Это просто похоже, как когда вы во сне отлежали себе ногу, и вы пытаетесь потом ею двигать, чтобы вернуть кровообращение в ней. И вы начинаете ощущать покалывание, словно тысячи булавок иглы. И это словно происходило со всем моим телом. Крайне сильное покалывание булавок и игл. Я просто скорчилась на полу и кричала, потому что меня просто скрутило от боли. Я чувствовала, словно распадаюсь. Я не знаю, почему я так думала, но это то, что мое тело ощущало. Мне казалось, что оно просто распадается, растекается по полу. И у меня было чувство из-за этой зеркальной штуки на стене. Через то одностороннее зеркало на меня смотрели, как я переживаю последствия этого укола. Я ломала голову, пытаясь придумать какую-то идею, что за вещество мне вкололи и для чего это было нужно. Единственное, что мне удалось придумать, возможно, они пытались создать химическую версию Вознесения. Одним из технических средств, которым я подвергался во время пребывания в программах МЕЛА, были химические коктейли, которые они опробовали на нас. Они испытывали, чтобы улучшить наши возможности разными способами. Некоторые из этих способов были бы направлены на усиление в том случае, если бы они обнаружили, что у вас есть способности интуитивного эмпата. Существовал коктейль, который они давали нам, и который увеличивал эти способности, делал их многократно сильнее. Кроме того, они давали другие коктейли для людей, у которых были гормоны, чтобы сделать их сильнее, быстрее и ускорить мышление. Основная часть программы была в том, что когда вы начинали, у них не было никакой уверенности, куда они вас пошлют. Многие дети, которые были в этих программах, со временем оказывались в разных синдикатах здесь, на Земле, работая на заговорщиков, небольшой процент, очень небольшой, в конечном итоге попадал в тайную космическую программу. Отбирались особые дети, у которых была определенная ДНК. Я был связан с этим. И то, что они делали, когда нам было лет 5 или 6, они брали нас туда и тренировали. И мы делали это. Мы обучались и тренировались, и мы осуществляли любые виды операций, когда были там. Теперь, когда мне было 5 лет, мои родители переехали в Лос-Анджелес в то время совершенно внезапно. Я жил на бульваре Сипульведа, и комнаты с прыжковой установкой на Марс для детей располагались на бульваре Сипульведа 999. Теперь я знаю это, тогда я этого не знал. То есть у меня были эти воспоминания, прежде чем я узнал об этом, об этой особой информации про эти комнаты с прыжками на Марс на бульваре Сипульведа. Мы много тренировались. Так что, скажем, от 5 лет до 25 я провел там, и я знаю сейчас о некоторых из тех, кто вернулся сюда. Но то, что они делали тогда, в конце пребывания на Марсе, в конце всего этого, они использовали технологии возрастной регрессии. Возвращали нас к 5-летнему возрасту, а потом перемещали нас обратно туда, откуда забрали. Причина, по которой так мало из нас попало в тайную космическую программу, заключалось в том, что большинство участников, практически все участники, собирались из различных военных отраслей. Они приводят людей в армию, посылают их на определенное обучение, тестирование, чтобы выявить, к чему у них склонности и способности. Если у них есть стойкость для выполнения такого рода миссий, их затем приглашают и призывают на службу сроком в 20 лет. И эта программа называется «20 и обратно». И после этих 20 лет с ними на самом деле проводят возрастную регрессию и возвращают обратно во времени, используя технологию, которую нам передали инопланетяне, и затем их возвращают во времени и помещали обратно в их жизни. А потом они заканчивали свою военную службу
и возвращались к гражданской жизни, не имея воспоминаний о службе в тайной космической программе. Весь смысл регрессии людей назад во времени после служения в программе 20 и обратно и стирания их памяти, связанные со сделкой, которая была совершена с инопланетной группой, давшей нам эту технологию. Существует группа нордиков, которые участвуют во временной космической битве с группой рептилоидов, и эта битва продолжается уже много тысяч лет. Углубляясь в это исследование, некоторые люди излагают идею, что здесь находятся только хорошие инопланетяне или что только плохие инопланетяне. Но мы должны понять, что закон полярности универсален. Здесь существуют как хорошие и доброжелательные инопланетяне, чтобы помогать нам. Так здесь находятся негативные инопланетяне, чтобы в основном питаться от нас и травмировать нас в состоянии страха. Эти негативные внеземные виды включают некоторые виды серых, они также включают в себя многие виды рептилоидов и множество архантических, нефизических существ, которые могут также удаленно воздействовать на нас и использовать значительную часть той энергии страха, энергии травмирования, которую мы высвобождаем. К концу моего обучения стало ясно, что я достиг очень хороших результатов в тренировках способности интуитивного эмпата. Я также многого добился и в остальной общей подготовке, которую нам предоставляли. И меня начали готовить быть представленным внеземным существам. Таким образом, стало очевидным, что я буду взаимодействовать с инопланетянами. И я предполагал, что это будет происходить за пределами земного мира. Но о чем я на самом деле мало знал, так это о том, что я буду участвовать в этой программе. Тогда мне было 16 лет, и это было во время рождественских каникул, в возрасте от 16 до 17 лет. В феврале мне исполнилось бы 17 лет. Меня забрали из моей комнаты, затем меня доставили на авиабазу Карсвелл, после меня перевезли на Луну, где я подписал кучу бумаг, касающихся неразглашения информации. Просто огромная стопка бумаг, где я отказался от своей жизни, когда мне еще не исполнилось 17 лет. Управление лунными операциями — это база на Луне, и она была построена первоначально немцами в конце 30-х, начале 40-х годов. И при строительстве этого комплекса они использовали древнюю инопланетную постройку, которая располагалась не слишком далеко. Они нашли множество подобных строений на Луне, и среди них одно из зданий создано из местного реголита, которое они смогли заделать чем-то вроде бетона. Они смогли загерметизировать его и использовать в качестве базы для своих операций. До тех пор, пока не построили управление лунными операциями. Через несколько лет после успеха операции «Скрепка», которая сослужила своей цели и интегрировала нацистов в военно-промышленный комплекс США, УЛО было передано американцам. Когда вы отправляетесь на Луну с Земли на электрогравитационном корабле, вы обнаруживаете сперва Луну на далеком расстоянии. И вдруг она начинает вырастать очень быстро перед вашими глазами. И вот проходит еще совсем немного времени, и вы видите, что вы находитесь уже над ее поверхностью. Вы промчались это расстояние на электрогравитационном корабле на бешеной скорости, однако совсем не почувствовали инерции. Вы осознаете себя на корабле на расстоянии от 30 до 100 метров от лунной поверхности, двигающимся с невероятной скоростью в направлении к кратеру. А вот вы оказываетесь на границе кратера. Человек, пилотирующий ваш корабль, по радио запрашивает разрешение на посадку. Вы не видите места, где можно приземлиться. Внезапно возникает своего рода небольшая дымка, и вдруг появляется база. Это управление лунными операциями. И когда вы спускаетесь вниз, вы пролетаете мимо диспетчерской, где они осуществляют контроль за воздушным движением. Вы делаете облет вокруг этой базы, чтобы совершить окончательный подход. И видите второй кратер. Вы направляетесь вниз в этот кратер, оказавшийся довольно глубоким. Вы в конечном итоге выскакиваете в секцию лавового ствола, где вы сразу видите гигантское здание, построенное в середине этого лавового ствола и блокирующего его. И оно выполнено в форме своеобразного
колокола и выглядит почти как наружная часть линкора. Это способ, каким это здание было построено. Затем вы летите дальше и приземляетесь в доке. И вот вы уже в управлении лунными операциями. Некоторые из свидетельств, пришедших ко мне за последний год, в особенности были просто поразительными в отношении степени, с которой космическая программа, тайная космическая программа распространилась. Я разговаривал с людьми, которые утверждали, что существовала и существует длительная программа внеземной колонизации планет. И это продолжается десятилетиями и десятилетиями. Я имею в виду момент, когда один из тех, кто действительно умер, у него было утверждение, которое он сделал, что он был на искривляющем пространстве корабле, который прошел отсюда до края галактики Андромеды за 20 минут. И когда они туда добрались, они обнаружили, что по меньшей мере 8 планет, похожих на Землю, в некоторых звездных системах на краю галактики, и на 8 из этих планет была человеческая жизнь. Это были планеты размерами с Землю в солнечных системах, имеющих звезды, похожие на наше Солнце, примерно на тех же расстояниях. И они дошли до того, что решили использовать какие-то радиотелеметрические датчики, чтобы определить, какие у них имеются передачи на обычных радиотелевизионных сигналах. И они нашли две такие планеты, и на обеих говорили по-английски. И в ту минуту, когда я услышал это, я подумал, что за бред? Или эта система, вся эта программа продолжается куда дольше, чем кто-либо мог бы себе вообразить? Но он описал виды городов и дороги, и автомобили, и людей в обычных одеждах, говорящих по-английски. Имеется только один вариант, по которому это возможно. Если не считать, знаете, сценария вроде параллельной вселенной, и этот вариант, если эта программа продолжается намного-намного дольше. После примерно 6 лет пребывания в программе 20 назад, в моем опыте мне довелось узнать некоторые очень ужасные подробности, о которых никто на корабле не имел понятия, и хорошо, что не догадывался. Я сблизился с младшим офицером Виллер, и, признаюсь, я на самом деле был влюблен в нее, чем она и пользовалась в своих интересах. Ей нужен был инженер и я, чтобы помочь попасть в комнату, имеющую ограниченный доступ, и заглянуть там в некоторые капсулы. Она хотела знать, что находится в этих капсулах, и у нее было плохое предчувствие, но я помог ей в этом. Мы помогли ей войти, и я остался на страже. Они с инженером открыли одну из капсул, и это оказались криогенные камеры, и они были полны людей, которые в основном были обработаны. Похоже, их освежевали и почистили, а затем отправили на продажу. Пока я смотрел на это с некоторого расстояния, какой-то газ выделился из капсулы. Он достиг девушки и инженера, и они оба рухнули, как подкошенные. Когда я повернулся, чтобы бежать оттуда, газ проник через дверь, за которой я наблюдал, и я потерял сознание. После того, как я пришел в сознание на медицинской койке, мне объяснили, что двое моих товарищей погибли в этом происшествии, что меня задержали для отдачи показаний. Затем был допрос, и мне сказали никому не говорить об этой информации. Думаю, если бы я не был ценным интуитивным эмпатом, моя судьба была бы совсем другой. Итак, они вернули меня к моим обычным обязанностям и говорили мне время от времени, что меня собираются отправить на работу на другом корабле в другой проект. И этот проект представлял собой, по сути, галактическую работорговлю. Оказалось, что на протяжении многих десятилетий, пока мы разрабатывали технологию, чтобы попытаться сражаться с некоторыми из негативных инопланетян, с теми из них, кто пролетал нашу Солнечную систему, чтобы прийти на нашу планету, спуститься вниз, похитить людей и скрыться, чтобы затем обменять их, участвуя в особого вида галактической работорговли, которая существует. Через некоторое время доброжелательные силы решили: «Знаете что, это является товаром. Тогда мы начнем отбирать наших собственных людей и торговать ими с этими инопланетянами. Мы можем получать не только побрякушки, мы сможем получать технологии.
мы сможем получать биопрепараты. И это то, что происходит. Они обменивают людей на биологические образцы, очень похожие на те, которые Эмери Смит в конечном итоге получал в своей лаборатории и на которых он проводил различные эксперименты. И они могли бы также получать технологию. И они могли бы торговать людьми с внеземленными. Людей за пределами планеты используют разными способами. Люди очень востребованы. Людей не только забирают в качестве источника пищи для рептилоидов, это небольшой процент. Большинство из них используются за свои способности. Люди очень хорошо известны нашими инженерными способностями, нашими творческими способностями, нашей способностью организовывать вещи с помощью нашего разума, создать что-то новое и проектировать. И как ни странно, нами желают владеть и использовать таким образом. Так что группа заговорщиков в основном использует людей как ресурс. Со временем эти небольшие ключевые группы людей со всех разных программ начали объединяться и работать очень тихо и тайно, чтобы не только узнать всю правду о том, что происходит, но и найти способ бороться с этим, противостоять заговору. Альянс ТКП – очень небольшая часть общей тайной космической программы или тайных космических программ, знаете, меньше 1%, ибо единственные технологии, которые у них есть, это те, которые они принесли с собой, когда дезертировали. И это разношерстная группа, которая делает все возможное, чтобы принести полное раскрытие человечеству. Они не хотят медленного, постепенного раскрытия. Они хотят, чтобы все эти технологии были преданы всему человечеству сразу. Ни одной группе, ни одной стране, всем сразу. И это то, над чем Альянс тайных космических программ работает. Коллективная история, которой все эти инсайдеры делили со мной, намного больше, чем то место, на котором сообщество уфологов до сих пор топчется. И таким образом это совершенно изменило всю основную дискуссию того, о чем все сейчас говорят. Не имеет значения, согласны ли вы с этим или нет. Каждому придется иметь дело с идеей существования тайной космической программы. По некоторым оценкам, мы не можем отследить финансирование операции на 2,3 триллиона долларов. 10 сентября 2001 года, за день до 11 сентября, министр обороны Дональд Рамсфельд выступал перед конгрессменами и признал, что около 2,3 триллиона долларов пропало из Пентагона. А в 2015 году вышел доклад генерального инспектора, где детализировалось, что эти цифры выросли с 2,3 триллиона долларов до 6,5 триллиона долларов, исчезнувших из Пентагона. Эти деньги идут на секретные проекты, осуществляемые как над нашими головами, так и под землей в глубоких подземных военных базах, и на тайные космические программы, имеющие технологии, выходящие далеко за пределы того, что многие из нас могут себе представить. Наш черный бюджет, например, собирает 1 триллион долларов каждые 2 года. Это более 500 миллиардов долларов в год. На данный момент действует 131 глубокоподземная военная база только в Соединенных Штатах Америки. Во всем мире их 1477. Каждая из них имеет среднюю стоимость от 17 до 19 миллиардов долларов. Каждая из них создавалась на месте какой-либо прежней. Для строительства каждой из них требовалось от года до 2 лет. И сейчас они способны строить по 2 таких базы в год с помощью новейших методов строительства. Зона 51 — это только одна база, одна из 131 баз. Из этих 131 баз я отношу зону 51 к мегабазе. Там больше, чем одна база. Испытательный полигон Танопа, зона 51, объекты S2, S4, озеро Глум и множество других. Сейчас эти мегабазы поглощают наш валовой национальный продукт. В настоящее время мы тратим 28% валового национального продукта только на строительство подземных баз. Китай построил 50 различных городов-призраков, которые коллективно строились, чтобы содержать приблизительно 64 миллиона жителей. Жилые дома, дороги, полная инфраструктура.
вся водопроводная система и электросистема, все, что нужно для функционирования города. И там почти никто не живет. 50 городов, рассчитанных 64 миллиона жителей. Сейчас помните, что валовый национальный продукт Китая составляет 11 триллионов долларов. Они даже не тратят большую часть своего валового национального продукта на эти города-призраки, и у них все еще остаются деньги, чтобы делать это. Это стоило им всего нескольких триллионов долларов. Итак, как только вы начинаете об этом думать, таким образом вы начинаете видеть, как много это денег. 1000 миллиардов долларов это составляет в действительности. Миллиард долларов – это много. Если вы миллиардер, вы можете делать все, что захотите. 1000 миллиардов долларов – это сумма денег, которая стоит за всем этим словом «триллион». Но на самом деле мы не думаем о том, как это буквально может создать целую цивилизацию. Статья о городах-призраках Китая называет их многомиллиардным долгом Китая. Но это же не долг в несколько триллионов долларов. Фактически, в 2016 году, по одной оценке, которую я увидел, представлялось, что общий приблизительный долг, в который Китай обошлось строительство этих городов-призраков, находится в пределах всего 2,5 триллионов долларов. Сейчас это 50 разных городов, в которых можно содержать 64 миллиона человек, просто потому, что они считают, что если у них продолжится демографический бум, им потребуются места, куда эти люди в конце концов могут отправиться жить. Но сейчас там в прямом смысле никто не живет. Когда вы начинаете обсуждать сумму для двух крупнейших банков, которым потребовалась помощь, это, по словам сенатора Рона Пола, составляло 29 триллионов долларов. И вы говорите о 10 раз меньшем количестве денег, которые потребовались Китаю, чтобы выстроить 50 различных городов-призраков, в которых могут проживать миллионы и миллионы людей. Тогда возникает вопрос, куда делись все эти деньги? Общая сумма денег в мире в 2008 году, когда произошел мировой кризис, валовый мировой продукт или ВМП составлял всего 60 триллионов долларов. Тогда раскрытое в горячем эфире хищение на сумму 29 триллионов долларов США составляет половину богатства всего мира. Попытайтесь только представить все это. Потому что то, о чем я говорю вам, пришло от всех инсайдеров, с которыми я говорил в последние 20 лет. Они строят целые цивилизации. Только не над землей, тогда бы мы увидели все это на поверхности планеты. Существует огромное количество подземного бурения. Имеются огромные пещеры размерами от 20 до 30 миль в ширину, где они построили развитые города. И они строят целые цивилизации на планетах и спутниках нашей Солнечной системы. Вот куда уходят эти деньги. Передо мной копия акта генерального инспектора, и в нем, помимо всего прочего, говорится, что ваша ответственность проводить расследование и осуществлять контроль за аудитами в отношении программы деятельности вашего агентства. Это верно. Итак, я спрашиваю вас, действительно ли ваше агентство, по данным Bloomberg, получило расширенное кредитование на сумму 9 триллионов долларов, что, кстати, составляет по 30 тысяч долларов на каждого мужчину, женщину и ребенка в этой стране? Я хотел бы знать, если вы не ответственны за расследование, то кто ответственен? На данный момент мы осуществляем проект кредитной линии на достаточно высоком уровне и не получили разрешения раскрывать всех деталей, которые действительно могли бы помочь в ответе на ваш вопрос. Вы проводили какое-либо расследование или ревизию убытков, которые Федеральная резервная система понесла в своем кредитовании с сентября прошлого года? Мы все еще находимся в процессе проведения этой проверки до тех пор, пока мы на самом деле, знаете, не встретимся и не соберем всю информацию, я не могу ответить на этот конкретный вопрос. Итак, вы говорите мне, что никто в ФРС не отслеживает на регулярной основе убытки, которые она терпит в том, что сейчас представляет собой портфолио в 2 триллиона долларов? До тех пор, пока мы не рассмотрим программу и не будем иметь информацию, мы не сможем сказать, имеются ли убытки или каким иным образом реагировать на это. На этот конкретный. Господин председатель, мое время истекло, но я должен сказать вам честно, я шокирован, узнав о том, что в Федеральном резерве никто, в том числе генеральный инспектор, этого не отслеживает. Удивительно, что прямо сейчас мы наблюдаем за самым первым аудитом в истории Пентагона. И этот аудит вполне может начать выявление триллионов и триллионов. Более 21 триллиона долларов, если не больше, которые начинают выявляться, и мы можем даже узнать очень скоро, куда все эти деньги пошли. Давайте вернемся к скандалу LIBOR, который произошел после экономического кризиса 2008 года. LIBOR – это аббревиатура, которая означает «Лондонская межбанковская процентная ставка».
И мы обнаруживаем, что два крупнейших банка, приведших к кризису, только кажутся конкурирующими между собой. Скандал LIBOR раскрыл, что эти парни звонят друг другу по телефону, тайно сговариваясь о том, как подстраивать свои процентные ставки так, чтобы казалось, что один из них выигрывает, а второй проигрывает. Но на самом деле они похожи на филиалы одной большой корпорации. Вся конкуренция — лишь видимость. Ох, акции этих парней падают! Ох, это кровопролитие! Нет-нет, они делают все это вместе. Они конкурируют только на бумаге, тогда как на самом деле это сговор. Это финансово организованная преступность в особо крупных масштабах. Но как вы можете арестовать все банки, не слишком большие, чтобы обанкротиться? Это подпадает под действие закона, который был принят в США в 1970 году и называется законом Рико, что означает «организации, занимающиеся рэкетом и подкупом». И этот закон был принят, чтобы помогать в уничтожении массово организованной преступности. Ничто из этого не имеет смысла, пока вы не разберетесь с этой преступной частной организацией, Федеральной резервной системы. До тех пор, пока в 1913 году не был создан Федеральный резерв, Соединенные Штаты по существу контролировали свои собственные деньги. Тот же банковский картель, о котором мы говорим, как о работающем за кулисами, создал ряд фальшивых экономических кризисов в конце 1800-х и начале 1900-х годов, что привело к уничтожению сбережений у обычных американцев. Это стало тем кризисом, когда люди отчаянно призывали к реформам, а потом приходит правительство и говорит: «Нас подставили продажные политики, мы не ведали, что мы делаем». У них имеются официальные представители, говорящие подобного рода вещи в СМИ. «Давайте приведем инвесторов, давайте приведем британских банкиров, людей, которые действительно знают, как делать деньги. Они делали это в течение длительного времени, они побудут на этих постах несколько лет, а потом уйдут. Эти парни те, кто действительно понимают, как управлять финансами». Финансовой системы. Они создают проблему, а потом предлагают ее решение. А мы отдали печатание американских денег корпорации российских банкиров. Когда вы видите банкноту Федеральной резервной системы на долларе США, это значит, что она напечатана Федеральной резервной системой. А Федеральная резервная система с того времени, как они пришли к власти, чуть более века назад, ослабила покупательскую способность доллара США на 99%. Так что же на самом деле происходит? Вы думаете, что инвесторы, создавшие акции Соединенных Штатов, принесли нам высокие доходы? Как раз наоборот. Мы живем в условиях затяжного экономического кризиса. Они просто не называют это таким образом, потому что показатели, которые они используют для измерения экономики, приходят из мошеннической системы, так же, как мы это видели со скандалом LIBOR. Не утруждайте себя просмотром индекса Dow Jones. Не утруждайте себя просмотром показателей NASDAQ. Это не имеет никакого отношения к реальности и к тому, как тяжело стало людям зарабатывать на жизнь. Среднего класса уже не существует. У вас есть богатые и у вас есть бедные. И затем среди богатых у вас есть сверхбогатые люди, небольшая концентрированная группа людей, владеющая столь огромным богатством, что им можно было накормить всю планету, все нации. Таким образом, это экономическое неравенство, которое необходимо устранить. Единственный способ, которым мы когда-либо действительно научимся этому, состоит в коллективном массовом понимании реальных проблем. Я говорю, что правящие элиты, осуществляющие контроль, есть не что иное, как то, что на самом деле они представляют собой династии центрального банка, которые в основном находятся над народами. Они являются формой глобального правительства, за исключением того, что они не являются правительством вообще. Они всего лишь доминанты. Они доминанты, которые отдают приказы всем нациям, как мы ясно видели в 1947 году после Розвелла. Мы видели, как эти властьпридержащие элиты отдавали приказы всем нациям, чтобы любые проявляющиеся реальные факты в отношении пришельцев или НЛО были немедленно скрыты любой ценой, несмотря ни на что. И это было началом. Это было одновременно с тем, как эта стена, блокада правды, Берлинская стена, была возведена в 1947 году. И это пример их действий над народами. И вот почему. Вот почему раскрытие ассоциаций, которые возникают при этом слое в нашем сознании, не является реальной вещью в действительности. Потому что у стран, и неважно, сейчас речь идет о Соединенных Штатах или о ком-то там другом государстве, у любой страны мира не существует действующей программы по раскрытию существования инопланетян. Это на самом деле нет. Правительство просто следует приказам. Это все, что они делают.
Это то, что они делают сейчас. И это то, что они делали всегда. И когда вы видите, что политики делают что-то глупое или необычное, то это только потому, что они просто куклы в руках элитных контролеров. Мы стоим на пороге нового тысячелетия, готовы открыть тайны космоса, излечить Землю от болезни, использовать энергию отрасли и технологии будущего. Новая гордость вселится в наши души, поднимет наши взгляды и исцелит наш раскол. Время вспомнить старую мудрость, которую никогда не забывали наши солдаты. Черные ли мы, коричневые или белые, во всех нас течет красная кровь патриотов. После инаугурации президент подписал ряд секретных меморандумов, заявив, что он хочет высвобождения продвинутых технологий, которые многие из этих технологий вовлечены в космическую программу, и он прекрасно это знает. Мы знаем, что президент Трамп знает о продвинутых технологиях, потому что его дядя был тем человеком, кто открыл и вычистил сейф Теслы после его смерти. Так что мы вполне уверены, что президент Трамп рос, ерзая на коленях своего дяди и слушая от него истории о свободной энергии. Помимо альянса тайной космической программы, у нас имеется другой альянс. Он состоит из всех этих стран, которые боролись против власти заговорщиков в течение 50 лет или около того. Он также состоит из различных военных групп, отколовшихся от заговорщиков, таких как некоторые элементы американской армии, разведывательных групп, отделившихся и вовлеченных вместе с большим количеством других групп в попытке свергнуть этот заговор, который захватил власть в Соединенных Штатах еще в 60-х годах, а точнее в 1963 году. Этот альянс, земной альянс, начал становиться все более и более организованным. И они организовались до такой степени, что кое-кто из них подошел к некоторым генералам и сказал им, что они хотят совершить открытый переворот в Соединенных Штатах. И эти генералы решили сделать последнюю попытку избавиться от заговора законным путем. Именно тогда они подошли к Трампу, предложив ему баллотироваться в президенты, чтобы позволить им, по сути, законным путем забрать страну обратно. Альянс является международной группой. Это конфедерация. Существует множество различных фракций. В чем-то у них есть согласие, в чем-то нет. Но они едины в том, чтобы увидеть, как эта сатанинская, педофильная, тайная организация сгорела в огне. Они не хотят, чтобы эти люди пытались уничтожить большую часть планеты, пытались контролировать все эти сверхвысокие технологии. В Альянс также входит в настоящее время удивительное большинство личного состава вооруженных сил и разведывательного сообщества США. Так что рано или поздно нам придется смириться с этим фактом. И скорее всего, что не все в правительстве плохие. Это часть психической операции, которая осуществлялась через фильмы. Пусть СМИ и подводили нас к мысли, что полностью нельзя доверять никаким уровням общества, никаким его институтам, и к тому, что никто и никогда не сможет противостоять этим людям. Вы не сделаете этого группой клавиатурных бойцов в интернете. Они на самом деле не предпримут никаких решительных действий, которые необходимо предпринять. Вам нужно увидеть, что мы сейчас по состоянию на август 2018 года насчитываем приблизительно 45 тысяч запечатанных обвинительных заключений. Это имеется в официальном правительственном протоколе суда США. Вы можете отправиться на их веб-сайт, где перечислены все судебные процессы и все обвинительные заключения, предъявленные в разных районах Америки, и просто сделать подсчет запечатанных обвинений. Официальный подсчет, который нельзя спорить, составляет 45 тысяч. Для примера, среднее число таких обвинений за год составляет около 1000. Сейчас это очень громкая история, которую люди в действительности совершенно не замечают, хотя это потрясающе.
Давайте поговорим о том, что вы должны сделать, чтобы получить запечатанное обвинительное заключение. Обвинительное заключение – это результат работы тайного большого жюри. Что такое тайное большое жюри? Для создания тайного большого жюри требуется группа от 12 до 23 граждан США из тех, кто давал информацию и свидетельские показания прокурору. Прокурор обвиняет конкретного человека, который не приглашен на заседание и который понятия не имеет о том, что происходит. С юридической точки зрения это называется экс парте, преимущество одной стороны. Итак, против него, против обвиняемого, прокурор дает показания, и тогда жюри должно решить, имеются ли достаточные причины, чтобы привлечь этого человека к уголовной ответственности. В этом случае они передают запечатанное обвинительное заключение. Это обвинительное заключение остается в тайном протоколе, и вы не можете узнать имени человека, пока они не раскроют его, после чего этот человек немедленно будет арестован. Затем проводится обычный суд присяжных с судьей, выносящим решение. Но вы должны понять, что прокурором является либо федеральный прокурор США, окружной прокурор округа, либо генеральный прокурор штата. Это большая лига игроков. Это не какой-то адвокат, которого вы наймете в какой-то захолустной деревне. Это основные игроки, которые предъявляют серьезные обвинения. И причина, почему они делают это таким образом, состоит в том, что они проводят уголовное преследование организованной преступности. Как правило, так оно и есть. Они преследуют крупную группу. Они не могут обвинить одного человека за один раз. Они должны все подготовить. Они должны выстроить все в одну линию, так, чтобы, когда они вскроют обвинение, всех сразу арестовали, и не было никакой возможности для них предупредить друг друга, если что-то случится, чтобы крысам не удалось сбежать с тонущего корабля. Их всех сразу арестовывают. Феномен, ставший известным как QAnon, появился на сцене в самом конце октября 2017 года. И по существу произошло то, что эта группа, которая называла себя Q, начала выкладывать сообщения на анонимных интернет-форумах, подписываясь именем 4chan или 8chan. И то, что они опубликовали, заключало в себя много вопросов, много предложений, много очень интересных и интригующих массивов информации, в основном выкладываемых в режиме реального времени, про удаление глубинного государства Альянсом и белыми шляпами за кулисами. В недавних постах QAnon утверждалось, что эти обвинительные заключения превзойдут Watergate в 1000 раз и станут тем, чего мы нигде и никогда раньше не видели в мировой истории. Некоторые из последних информационных бюллетеней QAnon, о которых наши инсайдеры говорили нам, как об исходящих из Альянса, утверждали, что именно много важных шишек из подконтрольных основных СМИ, кто оказался фигурантом в списке этих обвинительных заключений. Так что Харви Вайнштейн был только началом. И разве это не интересно, что когда Харви Вайнштейн наконец арестовали, на руках у него оказалась биография Эли Казана, паренька из ранней истории Голливуда, схваченного в ходе расследования Маккарти и запевшего как канарейка, когда он сдал многих других людей в Голливуде. И Вайнштейн сейчас рассказал, что он делал все то же самое, что все остальные в Голливуде. Поэтому ему было так обидно, что из него сделали козла отпущения. И так как только эти обвинительные заключения будут скрыты, это будет означать выполнение сценария массовых арестов, о которых я говорю на своем сайте с 2009 года. В единственных двух обвинительных заключениях, которые нам уже раскрыты, была вовлечена культовая маркетинговая компания NextWeb, ее основатель Кит Раньер и одна из его помощниц, актриса Элисон Мак. И пока это только два распечатанных судебных протокола, и на их распечатанных обвинительных заключениях, ко всему прочему, также стоит метка о детской секс-торговле. Было обнаружено, что NextWeb является очагом культовой деятельности ритуального насилия и даже сексуального насилия над детьми. Итак, это единственные два протокола, которые были распечатаны до сих пор. И они охватывают имена подобного масштаба, с обвинениями подобного масштаба. Мы можем только представить, что все эти распечатанные обвинительные заключения покажут нам в будущем. И в этом нет ничего нового. Это не было начато посланием QAnon и не имеет ничего общего с тем, кто сейчас является президентом Соединенных Штатов. Это плоды многолетних усилий, и они пытались и испробовали различные способы, чтобы это начало работать. И у них были постоянные неудачи. Но теперь они действуют гораздо более систематически и гораздо более методически.
Все будет сделано законным путем. Все обвинительные заключения совершенно подлинные. И дело в том, что когда это наконец произойдет, это станет тем, чего мы никогда не видели прежде во всей американской истории. Одна из вещей, которые я узнал как агент ФБР, состоит не в том, что я научился больше верить в теорию заговоров. Я узнал, что когда я подхвачен рекой обмана, и все остальные вокруг меня захвачены тем же потоком, и нас всех несет в одном направлении, вдруг одному из парней удается поднять голову и сказать: «Это не совсем правильно, здесь все неправильно, нас всех просто кормят мусором, и нам не говорят правду». Но что же происходит с технологиями в наше время? Наши технологии продвинулись вперед стремительно во многих областях, но мы все еще водим автомобили. Весь мир по-прежнему водит автомобили, которые управляются, по сути, все по той же технологии, которая уже 100 лет. 100 лет, а мы по-прежнему пользуемся ископаемым топливом, чтобы наполнить наши бензобаки. Как возможно, что это не продвинулось вперед практически ни на йоту? Я имею в виду, что они иногда смешивают вещи, но по сути эта технология застряла на 100 лет. Но это потому, что это один из экономических факторов для глобалистов, столь намертво настроен против распространения реальной энергии, которая представляет собой свободную энергию, и которая, как мы знаем, была обнаружена во времена Теслы. Итак, Никола Тесла известен тем, конечно, что он занимался проблемой открытия свободной энергии или наукой об энергии нулевой точки. Но достаточно странно, что ближе к концу своей жизни Никола Тесла на самом деле углубился в исследование антигравитации. Но, к сожалению, у Тесла не хватило ни времени, ни денег в конце своей жизни, чтобы иметь возможность продолжить свои исследования в этой области. Но он передал свои знания человеку по имени Отис Карр. И здесь произошла занятная история. Никола Тесла остановился в отеле в Нью-Йорке. Ближе к концу своей карьеры, во время пребывания в этом отеле, он подружился с одним из местных работников, это и был Отис Карр. У них сложились близкие отношения. Никола Тесла действительно чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы начать делиться своими исследованиями с Отисом Карром. После смерти Никола Теслы Отис Карр решает продолжить и развивать это исследование, и Отис Карр действительно разработал то, что было названо ОТС-X1, и что, как я полагаю, на самом деле было летательным аппаратом в виде тарелки, пилотируемой при помощи человеческого сознания. И ему удалось, предположительно, провести успешные эксперименты по перемещению в пространстве и времени этого корабля. Таким образом, мы могли бы сказать, что Отис Карр в действительности стал первым человеком, который развивал или начал развивать гражданскую космическую программу. Он был фактически отстранен от бизнеса и не смог продолжить работу, которой занимался, потому что военно-промышленный комплекс подавил его работу. Но это все те же силы, которые разрушили его жизнь. Я имею в виду, в то время, предположительно, именно Томас Эдисон, который был частью глобальной системы, имею в виду, он выступал за естественное ископаемое топливо и обычную систему электричества. И он, предполагаю, был просто подставным лицом, чтобы уничтожить Теслу и уничтожить его. Потому что попытки уничтожить его патенты приходили от американского правительства, не только от желания Эдисона и его частного конгломерата, владеющего миллиардами долларов даже в то время. Это была попытка подавления свободной энергии, и шла она от власть придержащих элит, от тех, кто сидит на вершине всего и приказывает всем остальным. Мы должны остановить это или то. И то, что мы видим сегодня, конечно, это то, что свободная энергия подобна плотине, в которой появляются небольшие дыры, и поток воды вот-вот обрушится вниз, потому что время пришло, и это произойдет очень скоро, потому что это скапливалось там так долго, и я думаю, мы подошли к этому моменту, когда это должно выйти вперед. И это произойдет, возможно, от нескольких источников одновременно, потому что создалось так много давления из стольких разных источников, так что я думаю, мы получим это очень скоро. Меня попросили сделать доклад на базе ВВС Вандерберг для студентов Американского института аэронавтики и астронавтики. Их обычным вопросом было: расскажите, как вы пытаетесь открыть новое дело, используя передовые технологии. Это было моей работой, пробежаться с 250 ребятами по разным дисциплинам, чтобы они могли попытаться открыть новое дело. Но вместо этого я удивил их, сказав:
Я хочу выступить с докладом «Гигантские открытия науки будущего». Наступила минута молчания, и затем ответ «Хорошо». Я написал этот доклад, в котором среди установленных мною фактов было: я показал различие между инженерией и наукой. Инженеры — это люди, которые хотят что-то создать и заставить это работать. Их на самом деле не беспокоит, как они приходят к этому. И есть ученые, которые хотят знать правду. Я показал это различие, а потом я привел примеры 10 научных фактов, которые, по сути, установлены. Вы знаете, что Земля эволюционировала постепенными процессами, и были уравнения Максвелла, право винта и EMC в квадрате Эйнштейна. Все это было хорошо. Затем я взял 10 величайших достижений 10 ученых и задал вопрос, что мы можем сказать об этих 10 прорывах. И самое интересное, что вы могли бы сказать об этом, включая 3 пункта. Во-первых, ни один из них не был известен в своей области. Во-вторых, каждый из них подвергся критике своими коллегами как глупость или шарлатанство. И в-третьих, средний возраст ученых был 23 года, когда они сделали свое открытие. Я воспринял эту мысль и записал список того, что я посчитал за 12 величайших открытий будущего, на что мы должны нацелиться. И первым был способ, которым работает НЛО. Вторым были путешествия во времени. Ну нет, путешествия во времени были ближе к концу списка. Процессы работы мозга и разума, психические открытия, психокинез, такого рода вещи. Куча подобных вещей была в списке. Удивительно, что сегодня, в 2017 году, я доволен тем, что мой список и то, о чем я говорил, как о возможном, я предположил срок возможного открытия этих вещей, знаете, в 20 лет от того момента. Мой список по существу уже весь раскрыт, каждый пункт, включая путешествие во времени, с того времени, когда я создавал этот доклад. Мой двигатель завершен, я перестроил его. У меня есть весь пакет, разбросанный по внешним серверам по всей планете. После моей смерти серверы сбросят все в сеть. Я имею в виду абсолютно все. Чертежи, схемы, диаграммы, списки материалов, списки инструментов, списки поставщиков оборудования, которые помогали мне с инструментарием и созданием трехмерной рабочей модели. Любая обычная лаборатория сможет реконструировать эту штуку и получить те же результаты, что и я. Я хочу, чтобы это было сделано, потому что это будет подтверждением этой технологии. Но как только она будет построена, она не станет там лежать мертвым грузом, ее будут использовать. Я ожидаю, что через год, как только такая технология будет сделана, они начнут использовать ее, и нефть станет просто смазочным материалом на планете, и только... Это и есть первый шаг. Представьте, что будет дальше. Я не смогу быть рядом. И вот причина, почему я... Это станет показухой для СМИ. И я просто не хочу участвовать в этом. Поэтому я просто оставлю это позади. Вы сможете играть с этим и делать все, что захотите. Когда мы слушаем всю эту информацию, как не ощущать себя беспомощным? Как не ощущать безнадежности? Когда я начинаю чувствовать беспомощность, я возвращаюсь к отчетам о легальных контактах с инопланетянами, которые происходили в 40-х, 50-х и 60-х годах. Во всех этих отчетах инопланетяне поднимали два вопроса. Растите духовно или расширяйте свое сознание и требуйте высвобождения подавленных технологий от ваших правительств. Это две вещи, на которые мы можем сосредоточиться. Если мы начнем организовываться и требовать освобождения подавленных технологий, у них не останется выбора. Если мы сосредоточимся на внутреннем мире, какой бы ни была наша религия, чтобы становиться лучше, чем мы есть сейчас, и расширить наше сознание за пределы удобных нам систем убеждений, когда мы сделаем эти две вещи, мы обретем свободу, которую мы так жаждем. Я начала понимать, что заговорщики или иллюминаты, или как вы хотите их назвать, они намеренно заставляют нас враждовать между собой, потому что они знают, что потенциал состоит в нашем объединенном сознании,
чтобы мы когда-нибудь объединились и перестали враждовать друг с другом. Это крайне важно. И они использовали эту энергию против нас, вроде фермерства и управления нашим сознанием таким образом, чтобы мы раскручивали версию реальности с теми мыслями, которые они программируют в нас. Это создает матрицу, прямо как в фильме о матрице. Итак, мы создали матрицу, которая является нашей тюрьмой. Мы сделали это из нашего сознания и наших мыслей, которые управлялись, лелеялись, программировались и контролировались. Если это правда, тогда у нас есть сила внутри нас самих объединиться и перестать воевать друг с другом и перестроить весь мир. Ключом являются эмоции. Нас совершенно не учат, как справляться со своими эмоциями в этом мире. Это подобно большой черной дыре. И мы просто выплескиваем эмоциональную энергию повсюду, как выливается вода, вырвавшимся из рук садовым шланги. Сорили бы мы деньгами подобным образом. Расходовали бы мы бензин в нашей машине таким образом. Нет. Мы должны смотреть на нашу эмоциональную энергию так же. И как люди мы имеем сильные эмоции. А это значит много эмоциональной силы. Но единственный способ, которым мы можем ею воспользоваться, состоит в нашем объединении и нахождении общих точек соприкосновения и в том, чтобы перестать смотреть на наши идеологии, которые способны разделять нас, и на наши убеждения, которые способны разделять нас. Мы должны объединиться, чтобы фокусироваться на том, что мы все люди, что у нас у всех есть сердце и душа и совесть. И нам нужно видеть то, что нас объединяет, и тогда нам нужно взять эмоциональную энергию этой любви и взять и сделать ее действительно могущественной, затем отпустить ее намеренно в волнах сознания, энергии и силы. Это может перестроить этот мир и матрицу, на которой он строится, теми способами, которые мы желаем для себя, для наших детей, для наших внуков, для всех животных и окружающей среды. Мы можем перестроить это только с помощью силы сознания. Мы можем получить полную информацию только с помощью силы сознания. Но мы можем использовать эту энергию только вместе. И мы можем использовать только с любовью друг к другу и к планете. Мы находимся на ранней стадии этого движения, и каждое движение, знаете, говорим ли мы о движении за гражданские права, движение за отмену смертной казни, движение за права женщин, всегда сначала достигается своего рода критическая масса, а затем происходят политические изменения. Это очень увлекательная история. Я верю, что всем нам пора занять твердую позицию. Мы не можем просто отступить и позволить всему этому случиться. Даже если мы не полностью верим всему тому, о чем люди говорят в этом фильме, и о чем другие инсайдеры вроде них говорили, это заслуживает нашего внимания. Можем ли мы действительно позволить себе быть настолько невежественными, чтобы отвернуться от этой информации? У нас нет времени, чтобы сидеть и спорить о том, правдива ли эта информация. Планета погибает, у нас экономический кризис, у нас люди массово голодают, у нас самое большое массовое вымирание со времен гибели динозавров. Наша экосфера разрушается. Мы видим нехватку воды, мы видим постоянное поднятие температуры в мире. И никто на самом деле ничего не делает. Закостеневшие структуры власти оставляют все так, как оно есть. Мы по-прежнему сжигаем ископаемое топливо. Мы все еще не получили доступ к этим удивительным технологиям. Если мы получим полное раскрытие, то плотина прорвется. Сейчас мы живем в совершенно новой реальности, которая вполне может стать золотым веком, обещанным нам во многих древних учениях и традициях. Я верю, что еще при нашей жизни мы увидим полное раскрытие этих так называемых запрещенных технологий. Мы станем поистине галактической цивилизацией, и мы сделаем это при содействии армии, людей в разведывательном сообществе, людей, которые работали на заговорщиков и решили вырваться из всего этого и стать информаторами, чтобы привести к тем изменениям, которые мы хотим увидеть в этом мире. Этот фильм является олицетворением этого глобального движения. Этот фильм есть красная таблетка из фильма «Матрица». Он пробуждает вас к тому, что на самом деле происходит в мире. У них не хватает людей, чтобы сражаться с нами. Заговорщики проигрывают. Мы на стороне победителей в истории. Мы движемся вперед шаг за шагом, и в какой-то момент все это взорвется.
Итак, когда мы поднимаем сознание, когда мы объединяемся как группа, когда мы создаем эту инициативу, когда мы определяем то, чего мы хотим, с помощью состояния нашего сознания, мы в прямом смысле превращаем эту планету в золотой оазис, каким она и должна была быть всегда. И потрясающее будущее, о котором мы все слышали из столь многих древних традиций, неважно, как бы вы ни называли это, вознесение, золотой век или как-то еще наступит, я убежден в этом. И это зависит только от нас, сотворение — это удивительная реальность. Сила защиты свободы больше, чем сила в интересах тирании и угнетения, потому что сила, настоящая сила, исходит из наших убеждений, которые производят бескомпромиссные действия. Любая смелая попытка сделать большие изменения в существующих условиях, любое высокое видение возможностей для человеческой расы называлось утопией. Нравится вам это или нет, но все меняется. Результатом станет самый замечательный опыт в истории человечества или самое ужасное порабощение, которое вы можете себе только представить. Мы должны черпать свою силу из полного отчаяния, в котором мы вынуждены были жить. Мы родились с потенциалом. Мы родились с добродетелью и верой. Мы родились с идеалами и мечтами. Мы родились с величием. Мы есть Вселенная в движении, экстазе, не требуется много слов, чтобы говорить истину. Конечная цель всех революционных социальных изменений — установить святость человеческой жизни, право каждого человека на планете на свободу и благополучие. Не позволяйте себе потеряться в страхе перед переменами. Помните, рана — это место, где свет входит в вас. Мы здесь, чтобы посмеяться над разногласиями и проживать свои жизни настолько хорошо, чтобы смерть трепетала, приходя за нами. Это очень важно. Настоящим я даю распоряжение Министерству обороны и Пентагону начать немедленные действия, необходимые для создания космических сил, как 6-го подразделения вооруженных сил. Это очень серьезное заявление. Если вы готовы выйти вперед с информацией о подавленных технологиях, вы можете сделать это анонимно через сайт secretspaceprogram.com. Мы имеем возможность создать доступное сквозное шифрованное соединение и путеводитель по сайту, который поддерживает флешки Dead Drops многих типов файлов.